Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 145-е упражнение. Прочитаем задание. Раскрой скобки, поставь имена существительные в дательном падеже. Составь и запиши 5 предложений с однородными членами. Нарисуй схемы этих предложений. Выдели окончания существительных. Давайте выполним. Шли. По тропе, окончание «е», по полю, окончание «ю», по мосту, окончание «у». Составим схему. Сказуемое и однородные члены предложения. По тропе, по полю, по мосту. Путешествовали по странам и городам. По странам, окончание «ам», городам, окончание «ам». Составим схему. Сказуемое и однородные члены предложения вместе с союзом. Летят к скворечникам гнездам. Окончание «ам», гнездам, окончание «ам». Составляем схему. Сказуемое, однородное, запятая, однородное, точка. Скользит по стене, окончание «е», стеклу, окончание «у», полу, окончание «у». Составляем схему. Однородные, запятыми. И не забываем точки в конце. Тянулись к солнцу, окончание «у», свету, окончание «у», теплу, окончание «у». И снова составляем схему с однородными членами предложения. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!